Первый канал представляет. Нам предъявлено обвинение в том, что в Москве действует светлый, не ознакомленный с договором или игнорирующий его. Меня подставили. Ты смог бы его узнать в чужом теле? Ну, в моем, например. Не знаю, я не пробовал. Ты играешься, Городецкий? Сдам тебя инквизиции. Мы не отдадим своего сотрудника. Я приехал с тобой. Тебе нравится Антон? А тебе? Я люблю его. Мне кажется, что он тебя тоже, он тебя очень любит. Очень. Войнушку решили поиграть. Тот, кого мы подозреваем в убийствах, находится в теле этой женщины. Ты симпатичный. Могли бы подружиться. Первый фильм года. Но если прольется хоть капля темной крови, я разорву договор! Другой дозор. Все. Слушай. Ничего. Во всех кинотеатрах страны. Хватит смотреть, заходи. С 1 января.